Ah, a visitor. Stay a while. Stay forever. I mean, stay as long as you wish. And I will tell you a story of wizards. Just wizards, no vampires. Вообще без всяких вампиров. In a land known as Midgard, there was the noble order of... На Ван Хельсинга похож. The wizards of the order lived in a great castle called Alderheim, where they studied the fine art of spellcasting. Да, безрукий. Вообще не про вампиров, да. Вода плюс огонь равно стим. Это пар. Я знаю. Гейб не одобрит. Он подписан на мой канал. Ладно, привет, Гейбушка. However, this short time of prosperity would come to a brutal end. An evil presence infiltrated the Order of Magic and sowed the seeds of civil war. Вот этот чувак нормальный. Marking the beginning of the legendary Wizard Wars. В капюшоне в цилиндре. Реально крутой. The wizard's number. В костюме, во фраке. After dying and being revived countless times, they began to deteriorate. At the end of the wars, only a handful of wizards remained. Blabbering, violent, confused, never invited to parties. Their purpose and sanity unraveled. Without their protectors around to accidentally burn the crops, kill all the livestock and incinerate most of the townspeople, the humans rejoiced and entered what came to be known as the Golden Age of Man. In this time of relative peace and calm, the gentle winds of time ruffled the sensitive braids and beards of the seers of the world. The greatest of them all was Nostrir the soothsayer, and his vision was clear. A child, infused with all the stray magical energies released during the devastating wizard wars, had been born somewhere in Midgard. Не парься, это... Странное Once of age, this child would possess limitless power over the elements and thus the ability to make the world a better place, free of suffering for all. But the prophecy also spoke of a shadow. A shadow which intends to seize all of Midgard. And for its first step, it would prevent the child from ever realizing her power. These dark tidings at hand, the handsome teacher Vlad decided to end his well-deserved multi-decade-long vacation and travel back to Castle Alderheim. There he hoped to find 1-4 brave wizards Там, по-моему, драконовская Рима, нет? Of Без понятия. Я, например, всех вырезал. О! Такс. Сейчас играть будем. Это Влад. Без руки. Что с рукой? Без понятия, отрезали, наверное. Это мы, походу. Да. Help of Kissikatitro. Надо было тоже бороду выбрать, ну ладно. Чухан. Так. Двигаться мышкой. Ой, нормально, датка. Да. Плати Пратский Далский, Атмос Вартрхус. Харе там заклинание читать затрахал. Он с кем разговаривает вообще? А что это за фигня у тебя летает? Это... Я не знаю. Жизнь. Жизнь вечная. Сейчас я заклинаю, кроме того, с помощью элемента жизни можно создавать лечащую ману. Нажав В. На клятой В и среднюю кнопку мыши. Зажимай ее, чтобы отхилиться на фул. Ну я понял. Нормально. Огонь. F. Пардон, я хотел испытать. Оживите меня. Сейчас, секунду, я разбираюсь с управлением. Да? Да. А я типа чё валяться буду? Surrender. Вставай. Почему я сам себя поверил? Это ты на себя применил. Как? Как не на себя? Так.
Да... Что за происходит? На, у меня тебя полечу. А, все, я понял, я понял. Я разобрался. А, какое следующее? Так, земля используется, чтобы метать. А что ты творишь? Это не я. Угу, ясно. Ну все, победоносной поступью. Но хилить его было не обязательно, конечно. Да ладно. Я же только разбираюсь. И вот ты его тоже похилил, понимаешь? Нет, ты что? Да. Так, а какой кнопкой там? А, точно, огонь. Просто, блин. Да, блин. Красава. Мне будет неудобно, потому что в доте на как бы правую кнопку ходить. Mm-hmm. Вот это вот так вода кью. Так, сейчас подожди мне. Струя такая. А чё? Что происходит просто? На кастовый. Я чё, за инвокера играю? Ну, в принципе, да. А! Какого хрена? Да я в огонь залез и отойти забыл. То есть не смог. Не, так, надо еще привыкать. Ничего, я понял. Блин, слишком много кнопок. Да. За инвокера играю. Я что-то такое с мощными щитами, вы можете создавать защитные барьеры. Зажав, после этого любой удар. Вот так. Йоло! Ну, я поздравляю, ай, конечно. Не-не-не-не-не-не, все говно. Вперед. Изи. У меня не хватило щита. Проходи, так, проходи. А, ясно, нормально. В общем, разбираться. А меня... Можно разобраться. А ты там оставайся, короче. Жесть, мое приключение окончилось, даже не начавшись. Ничего, ты меня вначале убил. Я случайно. Ну ладно. А, так там снизу все подписано. Ну да. А я не видел. Ты чё, смерть наносит режим? Нормально. Холод. Нажав R себя с помощью. Стой. Здесь чё, вокруг себя холод можно еще делать? Да. Хватит меня морозить. Да я не тебя морозил, я вам печку. Все дела. Сам себя чуть поджег чуть-чуть. Молния. Ага. Ну я понял, как бы. Ау! Expander. Ну, заставки скипать не обязательно. Да ладно. Сюжет, да? Да, а как черту сюжет? Да ладно, он то обучение все. Что они там делают? Ладно, идите в жопу, я хочу книжку посмотреть. Взял, скипнул. Мне, говорит, не обязательно скипнул. Ну это уже не важно. Ебана мать! Ой боже, слишком много информации! Теперь у нас доступны все скиллы. Вот теперь мы будем теряться. Эй, сюда, пойди. Научу тебя драться. Эксельсиор! Стаппа! Стаппа, я клигер арм! Рапидер! Хорош меня бить! Я не себя, ты под руку подвернулся. Немножко неудобно, вот именно шифт. А чё, о чём? Блин, а чё меня это тоже принимает? А, о, подсушился. Ну. Так слышишь, он мазохист. Да я в курсе. Используйте на мне какие-нибудь заклинания, хорошо? Слышь, а ну-ка, давай проверим Жесткий. Старую фишку. Дико сюда. Надо попробовать скрестить лучи. Тренируешь, не меч. Отлично, работаю, пожалуй, прилягу ненадолго.
Поломался. Twinkler Star, the Swasher Booker. А, ладно, пошли дальше. Господи, это извращуга. А как ты, кстати, на меч применил-то спелл? Заклинание? Shift. Ага, то есть ты просто проюзал его? Да. Shift зашимаешь, всё. Литере по Франдердин. Кэтч. Книжку кинул. Эти чё, собака, что ли? О, воскрешение. Теперь мы можем друг друга воскрешать. Четверка, видишь? Кстати, надо попробовать один прикол. Сейчас попробую. Да, не надо. Не надо гнаться. Книжечка. Так, Е и на себя. О! Видал? Чё ему? Ничего. Я вот так ещё могу. И вот так вот. У меня каменная броня. Так. Смерть, а чё там? Всё, мы прошли. Спешка. Нормально. Ну, ладно. Это было крайне сложно. Это обучение. Правда, мы убили друг друга пару раз. Нормально. О, жечь деревни. Сразу. Чё ты там стоишь? Ты мне? Чё вы там стоите? Чё, правда жечь деревни? Жечь! Да ладно, что ты делаешь? Да! Пусть кое тут самое грамбли тами. Нас выгонят. Нас выгонят, мы маги. Говорит, как поесть, когда стол горит. Вообще-то мы защитники людей, мы их там немножко. Я не было такого. Я не подписывал контракт. Хватит! Не попал. Спасите, помоги. Нет! Фигня это все. Да. Да спасибо! Пожалуйста! Творишь вообще! Воскреси меня! Я победитель! Воскреси! Я победитель! Воскреси! Пошли! Блин! Я убил меня! Так, чё тут? Не вставай под луч! Да что ты делаешь? Под луч не вставай, я говорю! Страшную херню я тут творю! О, кстати, а как это будет работать? Сейчас пойдем проверим. Тихо, тихо, молнии, хорош, а то она и по мне. А это нормально. Как работает? Ага, ясно. Ну мы вроде победили. Да, когда ты хилишь другого, это лучше. Блин, вот нахера ты меня водой обдал, я ж молнию использовал. Нормально. Спасибо. Пожалуйста. Вылечил. Да. Да хорошо же это дело. Так, надо, подожди, мне надо разогреться. А не, вот все нормально. О, еще один легкий уровень. Хорошо. О, у нас там еще быстрый бег есть. Точно. Да? Какой кнопкой? Вторая, по-моему. Он вначале нас учил. Это хоть, блядь. Это не я. Иген. Беспалевный такой, знаешь. Литтеквилл. Я знаю, кого мы убивать будем. Так, подожди, надо, может, какие-то... Ай, я обратно. Может, какие-то спылы подготовить, не? А, это тетка, я думал, кто это. А слушай, а если кастовать? Слушай. А? Да ну их в жопу просто. Сейчас я кое-что пойду делать.
Гоблины долбаные. А... Давай, хилпуй! Ты лечи меня, лечи! Не прокнуло. А ты чё сейчас сделал? Я еще не научился. В смысле, что я сделал? Ну что, их разнесло так к чертям. Без понятия. Хрен его знает, да, типа. О. Опять. Может, они взорвутся. О, слышишь, тут какая-то штука есть, давай-ка ее. Не работает. Все работает. Вы починили его, я всю неделю пытался это сделать. Я тебя сейчас починю. Он посох, 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 посох. Халява. Средний бонус заметно ускоряет концентрацию. Ну, хорошо. Могёшь так? Ой-ой-ой. А, да! Я, по-моему, и людей, и гоблинов нормально. Расщепил. Угу, угу. Опа. Буги, буги. Танцуй, танцуй. Дядка. Ней, шнель, the super happy clap with manurva ума. Почему он немецкий использует? Да, да, да. Шнеля. Ну это нормально, кстати. Мне это больше нравится, чем... Стой, нет, 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 нет. Что ты делаешь? Что ты делаешь, человек? Да что ты делаешь? Без понятия, я мах. Крайне способный. Так, тут нам предлагают защиту от смерти использовать, да? Стой. Ого. Ага. Ты, по-моему, не ту защиту немножко. Или... Изи. Что? Изи! Качин... Слышь, а я типа не восстановлюсь? А тебе зачем? Взял, развалился. Есть у меня? Есть? Так ты там валяешься. А ну ты на четверку нажми. Спасибо. Есть у меня одна идея. Тут оно не прокатит так. Ясно. А что такое надо? Ресни меня. Впереди там... Впереди там, видишь, стоят статуи. Против которых нам и нужна вот эта вот защита против смерти. А для того, чтобы пройти по этой херне, нам нужно еще лечение использовать. Сейчас попробую. Ну да, типа так. Просто закликал. Так, это давай. На себя. Иди, лечи, сиди, лечи, сиди, нормально. Изи. Да я жив-здоров, жив-цел, дракон. А куда дальше? Охренел. А, я понял, понял. Я тоже. Да не так! А, я в смысле сам... не так? Да я сам на себя, только что камень чуть не скинул. А-а-а. Изи пизи. О! Огненный взрыв. Ну-ка, надо сейчас попробовать, знаешь, что? Че? Вот это. Сейчас. Вот это. О! Тамаду! Страшно. Тамаду! Что? Что? Что а если делать? Вот так, ладно. Что случилось? Вот. Стой, человек. Хальт, тоже немец. Я-я. Сука. К протыканию. Наркоман. Ой-ой-ой, что это происходит? Да босс! Да я понял уже. А это кто, эльфийка? Гномиха? Пец. Сейчас, подожди. Давай я его байкить буду, а ты мне стрелять. А чем? Ну, сейчас я придумаю, чем. Да не стой ты на пути! Я понял уже. Изи. А там еще этот. Мечом его! Чё?
Взял, короче, меня же это. Ничего не дали за босса. Обмочил. Как там посушиться? Так. Да не, какой-то тренировочка. Победа. Победа. Робо астрально красная, видеорежим. Здорово. Easy. Ага, тут вот у меня обучение, можно камень на себя скинуть. Крайне полезный скилл, наверное. Да. The plasky plask veradera a crystal paddle. They were mongos musky people. Many ye fisky shern. Ye remember. Спасибо, спасибо. Я. Сюжет? Я все понял. Я все понял. Йо, dude. Я его, по крайней мере, он теперь медленно говорит, да? Что такое? Что случилось? Что я ему сделаю? Не, ну ты, конечно... Ясно. Полечил, да. Нормально. Слышь, у меня только что этот самый идея возникла. В первой матчике такая тоже была фишка. Надо щит на себя кастовать, а потом что-нибудь другое. А ну, стой, остановись. Выбери-ка одну эту. Только лечение выбери на все. И луч. Какой луч? Кастуй. Ну, то есть правой кнопкой мыши кастуй вперед. Сейчас. Пока одно лечение. Нормально. Хорошая штука. Мне явно нравится. Ага, то есть я с прокастом я двигаюсь намного медленнее. О, слышь, что? Зачаровался в меч. Нормально. Ну, в принципе, да, но... А можно зачаровать-то? Не юзай молнию, когда ты мокрый. Я понял. Плохая идея. Убей! Чё тут, чё происходит? Ясно. Убей их, отойди, отойди от них! Уходи. Нажми на четверку, нажми на четверку. Нормально. Почему он меня нифига не кастовал, я не пойму. Без понятия. Как всегда, на четверочку, пожалуйста. Не стойте на линии огня, господин. Ой, не то. Чухан, пожалуйста. Прошу вас. Господин Чухан, не стойте, пожалуйста, на линии огня. Я вообще ничего не видел. Четверочку, пожалуйста. Блин. Как мне высушить? Огонь и на себя. Что ты делаешь? Я пытаюсь его убить. Спасибо. Да не за что. Такая спокойная, умиротворяющая игра. Четверочку. Ты уже? Да, ты видишь, понимаешь, клавишу. Я не буду никогда юзать молнию. Вот тебе хрест, да? Да. А, блин, как я люблю. Хорош! Я убиваю. Ты видел, как их красиво разбрызгало? Хватит!
Хватит! Хватит!